أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и хотим продолжить серию передач, посвященных теме ваххабизм. Для этой темы мы вновь пригласили нашего уважаемого гостя Шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый Шейх Гурбан, мы несколько передач обсуждаем уже эту тему, тему ваххабизма, ее корень, что из себя эта идеология представляет и что это на самом деле является сектой. Вы об этом разъясняли на прошлых передачах. Вы приводили о том, и фетвы, допустим, их великих ученых, допустим, где они говорят, что, ну, допустим, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, что мусульманин не является тот, кто произнес две шахады. Есть еще много критериев. Есть много условий еще, и он их перечисляет там, их примерно, если мне память не изменяет, 60 условий было. Вот хотелось бы продолжить данную тему. Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин, ва салату ва саламу аля сейдал анбияй ва аль-мурсалин, ва аля алихи ат-тайбин ат-тахирин аль-маасумин, ва ла'нату ад-даимату аля адаихим аджмаин, иля кияуми яуми ад-дин. Я приветствую дорогих зрителей. Мы говорили о такфиризме, который провозгласил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. И здесь, кстати, необходимо обратить внимание на то, что такфиризм ибн Таймия, то есть ибн Таймия, мы говорили об этом ранее на некоторых передачах, несколько передач этому мы посвятили и обнаружили, что ибн Таймия в своем такфиризме, то есть он далеко зашел, очень далеко зашел ибн Таймия в такфиризме. Но Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, несмотря на то, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб не имел на самом деле своей собственной идеологии, у него не было своего собственного учения, он не принес что-то новое, как идеологическое, он повторял практически то, что говорил ибн Таймия. Он просто был тем, кто продвигал идею ибн Таймии. Но политическая ситуация и политические амбиции Мухаммад ибн Абдул-Вахаба отличались от амбиций ибн Таймии. Если ибн Таймия ни разу в своей жизни не сделал ни одной попытки свергнуть какого-нибудь правителя, наоборот, он сотрудничал с правителями, он пытался находить с ними язык общий, у него не было никакой попытки завоевать какую-то территорию или завоевать какую-то власть, в отличие от Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, который, взяв себе в союзники, взяв себе в соучастники и в напарники Сауда ибн Абдул-Азиза, он на самом деле предпринял попытку политического продвижения самого себя. Он начал строить себе политическую карьеру, выражая современным языком. И это необходим, и это вынудило его, вынудило Мухаммад ибн Абдул-Вахаба провозгласить нечто новое, чего не было у ибн Таймии. Почему? Потому что ибн Таймия не имел политических каких-то амбиций. У него были амбиции другой категории совершенно. Ему не нужно было воевать с мусульманами. Ибн Таймии не было необходимости воевать с мусульманами и захватывать территории. Он этим не занимался, ибн Таймия. Но так как этим хотел заниматься, и этим занимался Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, и сторонники Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, его ученики, его последователи, то ему необходимо было найти оправдание тому, почему он собирается убивать других мусульман, почему он развязывает войну, почему он нападает на мусульманские города, почему он убивает мусульманских женщин, детей, почему они выгоняют, в конце концов, в пустыню людей-мусульман, которые непременно погибнут в этой пустыне. Ему нужно было находить для этого оправдание. И для этого он придумал то, что можно назвать презумпцией такфиризма. То есть, во-первых, это две особенности есть у такфиризма Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. То, что он провозглашает презумпцию такфиризма, то есть, когда ты виновен до тех пор, пока не доказано обратно. Ты не заслуживаешь жизни, пока не докажешь обратное. А ты не являешься мусульманином, пока не докажешь обратное. Это вот одна из составляющих такфиризма Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Любой нормальный человек, любой обычный другой человек,
Любая другая религия, любое другое учение, любая другая идеология провозглашает совершенно полностью обратно. Он говорит, что каждый человек имеет право на имущество, имеет право на честь, достоинство, имеет право на жизнь до тех пор, пока нету веского повода к обратному и пока не доказано обратное. Пока, то есть, например, если человек не является угрозой, допустим, как ваххабит, который является угрозой, ваххабит, террорист, который вооружился самодельной какой-нибудь бомбой и идет, например, как это обычно они делают, убивать мирных людей, мирных жителей. Это веский повод, это является поводом тому, чтобы остановить его жизнь. То есть все остальные думают так, у всех остальных взгляд таков, и это очевидно, что это есть настоящий истинный взгляд, в том числе и взгляд ислама, что каждый человек имеет право на жизнь, достоинство, честь, имеет право на имущество до тех пор, пока нету доказательства обратного, пока нет веского довода и повода к обратному. А Мухаммад ибн Абдул-Вахаб нет. У Ибн Таймии такой идеологии мы не обнаруживаем, мы не находим у Ибн Таймии такого. Нет, Ибн Таймия говорит, что нужен повод, чтобы объявить человека, не имеющим права на жизнь, объявить человека не мусульманином. Да, он находит глупые поводы. Да, у Ибн Таймии эта особенность есть. Ибн Таймия говорит, что, например, тот, кто считает, что одни сахабы сражались с другими сахабами, или считает, что таабиины сражались с сахабами, или что кто-то из сподвижников сражался на стороне неверных, то его необходимо убить, если он не покается в этом. Например, или у него другая фетва. Он говорит, что если человек живет рядом с мечетью, но при этом не ходит в мечеть для совершения повседневной молитвы, он заслуживает смерти, он не является мусульманином, его надо убить, если он не покается. Да, это невероятный радикализм. Радикализмом это даже назвать нельзя. У Ибн Таймии это есть. Но Ибн Таймия не строит свои идеологии на презумпции такфиризма, как это делает Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Ибн Таймия говорит, что здесь есть повод, он не ходит в мечеть. Это глупо, этого нет в исламе, это нововведение самого Ибн Таймии. Почему? Да, может быть, не ходить в мечеть – это плохо. Конечно, лучше ходить в мечеть. И ислам призывает к тому, чтобы мусульманин, которые в особенности те, которые живут рядом с мечетью, чтобы они ходили в мечеть, призывают и настаивают на том, чтобы он посещал мечеть. Но это ислам не дает повода лишать этого человека жизни из-за того, что он не ходит в мечеть. Да, в этом, в таких отношениях, в таких вещах Ибн Таймия далеко зашел. И он является такфиристом в самом настоящем смысле этого слова, Ибн Тайми. Потому что он объявляет мусульман неверными и дозволяет их кровь. Ну, там еще много, очень много фетв. Опять-таки, мы говорили, обсуждали более 400 фетв, около 500. Если не изменять память, 480 с чем-то фетв, где он издает, которым, фетв, которые гласят, что нужно убить мусульманина, того или иного мусульманина. Но Ибн Таймия, который настолько далеко зашел, он по сравнению с Мухаммад ибн Абдул-Вахабом просто меркнет. Почему? Потому что был мотив у Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. Ему нужно было захватывать земли, ему нужно было свою политическую карьеру строить, ему необходимо было найти оправдание убийства мусульман, ему нужно было убивать мусульман, сражаться с ними, ему необходимо было своих учеников, своих сторонников поднимать на битву и войну с мусульманами. Это непростая задача. То есть можно сказать, что у Мухаммад ибн Абдул-Вахаба была страсть к власти, что не было бы интримии. Так можно сказать или нет? Все-таки у обоих была эта страсть. Захватить власть и прийти к власти и управлять. Ну, власть немножко обширное понятие, потому что, например, если человек ученый, и он обретает авторитет как ученый, у него тоже какого-то рода есть власть. И в этом значении нельзя сказать, что у Ибн Таймии этого не было. Но здесь именно речь идет о власти, именно о захвате территорий. То есть, когда мы говорим про Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, мы говорим о захвате территорий и управлении этими территориями. И пользование казной этих территорий.
чего у Ибн Таймии точно не было. То есть у Ибн Таймии не было задачи, и ничего такого в его жизни мы не обнаруживаем, чтобы он стремился к тому, чтобы захватывать мусульманские территории и пользоваться их казной. То есть такого мы не обнаруживаем у Ибн Таймии. А Мухаммад Ибн Абдул-Вахаба обнаруживаем. Так что же ему нужно было, чтобы сподвигнуть мусульман убивать других мусульман? Необходимо было придумать эту идеологию. Именно поэтому, обратите внимание, это мы уже, если мне не изменяет память, уже четвертую, возможно, передачу об этом говорим. Почему? Не для того, чтобы повторяться, не потому, что нам больше нечего сказать, очень много есть чего сказать, а потому, что это очень важно. И это тонко и очень важно, потому что он говорит, шахада, ля иляха илляллах Мухаммадан Расулуллах, он говорит, шахада, ее произнесение не обеспечивает неприкосновенности жизни и имущества. То есть, произнеся шахаду, человек не становится мусульманином, в том числе. И мало того, что не становится мусульманин, так его еще и имущество и не становится этим неприкосновенным. Также не обеспечивает это ни понимание смысла, ни свидетельство, ни его подтверждение, то есть ни вера в него душой. Если ты произнес шахаду и уверовал в это, этого недостаточно, он говорит. Ни обращение в намазах к одному только Аллаху. То есть недостаточно произнести шахаду и уверовать в шахаду. Не быть лицемером, а именно по-настоящему уверовать. Недостаточно. И недостаточно наряду с этим намаз читать. Это насколько далеко нужно зайти. И опять-таки, здесь говорит, не обеспечивают. Вот это вот слово, не обеспечивают неприкосновенности. Это и есть провозглашение презумпции такфиризма. Когда он говорит, что для сохранения жизни, имущества и чести, для того, чтобы быть мусульманином, нужен веский повод. Чтобы не быть мусульманином, чтобы не быть неприкосновенной, чтобы не были неприкосновенными жизнь, имущество и честь, здесь никаких доводов не нужно. Нужны доводы обратного. Это есть презумпция такфиризма, которого нет у Ибн Таймии, есть у Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. А причина этого очевидна. Любой, кто изучал жизнь Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, любой, кто изучал движение ваххабизма и как оно возникло, и вот это вот восхождение по политической карьере семейства династии Сауда, любой в этом убедится, что эта точка зрения, эта идеология была исключительно для того, чтобы сподвигнуть своих сподвижников и своих сторонников, сподвигнуть убивать других мусульман. И при этом нужно было особую жестокость здесь проявлять. Что мы и обнаружили, мы ранее обсуждали историю ваххабизма, они были крайне жестоки к мусульманам. То есть они убивали мусульман так, как ни один враг, ни один не мусульманин до сих пор подобным образом мусульман вряд ли убивал. Мы, по крайней мере, таких больших примеров и огромного количества примеров здесь с трудом найдем. Когда раздевали мужчин, женщин, и стариков, и детей, раздевали и выпускали в пустыню, где они непременно должны были умереть. Непременно должны были умереть. Или когда они сражались с мужской частью населения, а другая часть ваххабитов, то есть одна часть сражалась с мужчинами города, а другая часть заходила в город, насиловала и грабила. То есть это даже не то, чтобы... Это даже не необычная война, это особый вид жестокости и бесчеловечности, присущий именно ваххабитам, причем по сей день присущий. Уважаемый шейх Гурбан, мы, если вы не против, прервемся на небольшую паузу, после продолжим. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы продолжим данную тему. Уважаемые наши телезрители, мы прерываемся на небольшую паузу, до которой говорили о теме ваххабизм. Уважаемый шейх Гурбан, до паузы вы говорили о том, что ваххабиты, им было свойственно такая война, которая аморальна, которая нечеловечна, которую любой разумный человек скажет, что это невозможно такое, что это против любых моралей человечества.
Да, то есть мы говорили о двух разницах между такфиризмом Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и ибн Тайми. Первое – это презумпция куфра. То есть все являются кафирами, и все являются дозволенным убивать их, отнимать имущество, отнимать честь и достоинство. Все. Это кроме схожесть. Тех, кроме тех, кто докажет обратное. Это презумпция куфра, который исповедовал Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Этого мы не обнаружим у ибн Таймии. Это очень важно. Я еще раз... если я не ошибаюсь, вы говорили о том, что у ибн Таймии тоже такие фетвы были. Нет, нет. Именно презумпции, именно с этой точки, именно такой позиции не было у ибн Таймии. Да, ибн Таймия издавал фетвы, где он обвинял мусульман, но он не говорил, что все являются неверными до тех пор, пока они не докажут обратное. А, допустим, он говорил, если человек не ходит в мечеть, его надо убить, да? Да. Он, наоборот, находил поводы к тому, чтобы объявить его неверным. Mm-hmm. А Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорил, нет, сейчас все являются неверными до тех пор, пока не докажут, они не докажут это. То есть расширил круг, так сказать, более. Ну, мягко говоря, да. И расширил это очень мягко. То есть он всеохватывающим сделал это. Это если кто хочет обратиться к этой презумпции куфра и провозглашению этой презумпции. Это шестая глава. Точнее, конец шестой главы книги «Ат-Таухид», «Единобожие», который принадлежит Мухаммад ибн Абдул-Вахабу. Пускай обратится, изучит, посмотрит, что он там провозглашает. И вообще всю книгу, если сумеют прочитать телезрители и ознакомиться с этой книгой, то, в принципе, этот вопрос станет более чем ясным. Это первая разница между ибн Тайми и Мухаммад ибн Абдул-Вахабом. Но есть и вторая разница. Вторая разница заключается в том, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб объявил, конечно, может быть, вы скажете, что это проистекает одно из другого, то есть эти две разницы, но все-таки есть небольшая разница между ними, хоть и истекать могут одно из другого. Он объявил всех мусульман абсолютно, без исключения, всех мусульман. Не только своих современников, а со времен имама Ахмада ибн Хамбала. Со времен имама Ахмада ибн Хамбала, и не то, что после него, а именно с его времени, когда он жил, и то есть по современности, на тот момент, в который он жил. Он объявил всех мусульман неверными. Он сказал, что не было мусульман в этом периоде. За этот период мусульман в мире не было. Все были неверными. То есть он объявил всех неверными, кроме своих сторонников и последователей. И об этом говорит Сулейман ибн Абдул-Вахаб, его брат, который написал книгу «Ас-саваикуль илахия фиррадди аляль-вахабия». «Ас-саваикуль илахия фиррадди аляль-вахабия». В некоторых местах, мы ознакомимся, в некоторых местах он на это указывает, что они исповедуют именно эту точку зрения. Это родной брат Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, Сулейман, который тоже был ученым, и в отличие от Мухаммада ибн Абдул-Вахаба был серьезным ученым, был настоящим ученым, в отличие от Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, который был просто-напросто авантюристом, не более того. Это авантюрист, который возомнил себя и провозгласил себя знатоком религии и ислама. И множество свидетельств этому есть. Я приведу несколько примеров. Это небольшие, то есть это капля в море, можно из книг ваххабитских ученых, в том числе и современных, огромное количество примеров находить. Например, у него есть, у Мухаммада ибн Абдул-Вахаба есть «Кяшфу Шубахат». Есть «Кяшфу Шубахат», книга «Кяшфу Шубахат». В 11 главе, вот что он пишет. Что он в 11 главе провозглашает? Он говорит, что мусульмане нашего времени хуже. То есть он говорит, в современном мире мусульмане хуже, чем многобожники, чем идолопоклонники времен посланника Аллаха. То есть чем
те, с кем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, сражался. И он не называет их мусульманами. Мусульман мусульманами, естественно, он не называет. Он называет, он говорит, «Аль-мушрикуна заманина», «Аль-мушрикуна фи заманина». То есть мушрики, то есть идолопоклонники, многобожники нашего времени. Он так называет весь мусульманский мир своего времени. Это 11 глава Кешфу Шубахат. Говорит, «Исбата анна ширкаль ауалин». То есть это тоже терминология. Он говорит, первые ранние мушрики, ранние идолопоклонники, поздние идолопоклонники. Кто такие ранние идолопоклонники? Ранние идолопоклонники – это арабы, которые жили во времена невежества, то есть до прихода ислама. А кто такие поздние идолопоклонники? Что это за явление? По его убеждениям, по его взглядам, это мусульмане. Мусульмане – это поздние идолопоклонники. Опять-таки, мы говорили о том, что его сподвигло к этому. Этой точки зрения у Ибн Таймии не было. Он из-за тех или иных деяний, да, выводил. То есть что-то похожее было у Ибн Таймии, но именно в таком виде, чтобы всех объявить, чтобы вот целое мусульманское общество объявить, целое мусульманское общество объявить неверными. У Ибн Таймии с трудом это можно обнаружить. Он говорит, «Исбата анна ширкаль ауалин ахаффу мин ширки ахли заманина би амрейн». То есть, если он говорит, чтобы доказать, что ширк мушриков нашего времени тяжелее ширка и многобожия мушриков времен, ранних мушриков, он говорит, ранних, то есть времен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тяжелее, что ширк тех ранних был более легким. То есть мусульмане хуже неверных, которые были до ислама? Мусульмане хуже, чем арабы, которые до были ислама. Чем арабы до ислама, времен невежества, были хуже. Мусульмане хуже. Он говорит, فَإِذَا أَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي دَمَانِنَا الْإِيْتِقَادِ هُوَ الشِّرْكُ الَّذِي نَزْلَ فِيهِ الْقُرْآنِ. Говорит, когда ты узнал, когда мы уже тебе объяснили, что то, что мушрики нашего времени называют ихтикадом, убеждением, верой, то, что они называют верой, является ширком, относительно которого был ниспослан священный Коран. Кто такие мушрикун? Это мусульмане. Он называет их мушрикун. وَقَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ النَّاسَ عَلَيْهِ. И это то, из-за чего посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сражался с людьми. То есть то, что исповедуют мусульмане современности, то, что исповедуют, как он говорит, выражаясь его языком, мушрики современности, это то, из-за чего посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сражался с людьми. فَعَلَمْ أَنَّ الشِّرْكَ الْأَوَّلِينَ أَخَفُ مِنْ شِرْكَ أَهْلِ زَمَانِنَ بِأَمْرِينَ. Так знай же, что здесь есть две причины, по которым ширк ранних мушриков легче, является меньшим ширком, чем ширк мусульман, он говорит. Чем ширк мушриков нашего времени, он говорит, под которыми он подразумевает мусульман. Здесь он приводит две причины, который, на его взгляд, является действительным. Он говорит, во-первых, когда мушрики обращались к своим идолам, они обращались к ангелам или своим предкам, которые были праведными, к своим праведным предкам. Мушрики, у них был такой обычай, что они считали своими божествами, своими идолами, считали ангелов или же праведных людей прошлого. А говорит, а кто, кого считают мусульмане своими идолами, кому они поклоняются? Он говорит, они поклоняются нечестивцам. Анна лаулина юшрикуна ваядуна аль-малаикита валь-аулия валь-аусан ма Аллаха фирраха. Конечно, здесь он также подчеркивает, он говорит, что они обращались
согласно аятам Священного Корана, мушрики времен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обращались к идолам, когда они были в комфорте, когда у них все было хорошо. А когда они попадали в беду, то обращались только к единому Богу, поклонялись только, признавали только единого Бога. И приводит аят Священного Корана, в котором говорится об этом. Он говорит, а мушрики нашего времени, как в комфорте, в покое являются многобожниками, так и являются многобожниками в бедах и в проблемах. Это одна причина. То есть мушрики того времени обращались к своим идолам только когда у них было все хорошо, когда они были в комфорте, но когда попадали в беду, то обращались только к единому Аллаху. Как сказано в Священном Коране, где приводится пример с морем и выходом в море. А мусульмане, то есть... Вот это понимание Корана такое у него возникло само по себе, или он это понимание взял от кого-то? Такое понимание аятов Корана. То есть, что это, эти аяты относятся к мусульманам нашего времени. Можно их взять. Допустим, он взял это от Ибн Таймии, или это его собственное понимание было этих аятов? Нет, что-то, конечно, есть, да, то есть какая-то почва, какой-то фундамент, который был взят у Ибн Таймии, есть, но именно... То есть он пользовался именно, трудами, именно да? То, что он сейчас говорит, я, по крайней мере, не обнаруживал, не встречал у Ибн Таймии. Да, какой-то фундамент есть, что-то такое, какие-то предпосылки у Ибн Таймии, вне всякого сомнения, есть к этому, предпосылки есть. Но все-таки на практике и в реализации Ибн Таймия таким образом свою идеологию не реализовывал, как Ибн Таймия, как Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Но опять-таки причина опять-таки в том же самом, что мы сказали в начале передачи, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб имел политические мотивы. Он хотел захватить мусульманские земли, хотел иметь доступ к казне, хотел иметь доступ к ресурсам мусульманских земель. А для этого нужно было сражаться, нужно было убивать мусульман. И поэтому ему нужно было находить для этого веский повод, веские основания и мотивировать этим веским поводом своих сторонников и своих воинов. Так то называемых. Есть почва к такому пониманию была все-таки страсть к власти, к захвату да. земли. Вот это одна разница. И вторая, то, что мы сказали, то есть он говорит, что первые мушрики, я опять-таки выражаюсь его языком, он под поздними мушриками подразумевает мусульман, но я выражаюсь его языком. Он говорит, ранние мушрики обращались к своим праведным предкам или обращались к ангелам, комфорте. А мушрики нашего времени, он говорит, обращаются к нечестивцам. И он здесь даже говорит, что кого, обратите внимание, как он искажает, как он выворачивает, обратите внимание, это тонкость. Я не буду долго разъяснять, тем более, что у нас, насколько я понимаю, времени да, уже мало осталось. Да. Нужно самостоятельно проанализировать то, что он говорит. Он говорит, то, что ранние мушрики называли Богом, Илах, то, что они называли Богом, Илахом, современные мушрики, поздние мушрики, мушрики нашего времени, он говорит, называют это же, называют Саидом. Саидом, обратите внимание. Я сейчас, если найду быстро. То есть, кого ранние мушрики, так называемые, кого они называли Илахом? Своих идолов. Все, кому молились, кому поклонялись, идолов своих. А кого мусульмане саидом называют? Саидом называют уважаемых людей. Саид. То есть саид это уважаемый человек. Уважаемый человек. Когда ты хочешь с уважением обратиться к другому человеку, ты говоришь саид. Саиди. Да, это распространено. То есть на русском господин. Как бы можно не совсем господин. Близок к этому. Да, может быть что-то похожий эквивалент. Он говорит, мушрики нашего времени называют то, что ранние мушрики называли Илахом, называют Саидом. То есть, таким образом, он, да, это Кашф аш-Шубахат, это 13-я страница в некоторых изданиях. Говорит, وَإِنَّمَا يَعْنُونَ بِالْإِلَهِ مَا يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا بِلَفْسِ السَّيِّدِ.
Это тот же кашф шубахат. И глава 3, аль-фасл ас-салис. То есть в 3 главе он говорит, что то, что ранние мушрики называли Богом, поздние мушрики называют Саидом. Саид – это очень распространено в арабском языке слово, в арабском обществе слово. До сих пор это используется. То есть эти две разницы есть между такфиризмом Ибн Таймии и между такфиризмом Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб объявил презумпцию куфра и объявил всех мусульман, кроме своих последователей, неверными. Всех абсолютно. И мы еще, помимо того, что мы уже сказали, то, что он называет мусульман своего времени мушриками, он использует и другие слова, с которыми ознакомимся, и также другими его речами, где это еще больше подтвердит. Спасибо, уважаемый шейх Курбан. Иншалла, на следующей передаче мы продолжим, разъясним это более ясно. Уважаемые наши телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Иншалла, увидимся с вами на следующей передаче. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.